В Хорватии в воскресенье проходят президентские выборы. Наблюдатели полагают, что голосование станет серьезным вызовом для нынешнего консервативного руководства, особенно учитывая, что с 1 января Хорватия станет страной-председателем ЕС. На высший пост претендуют 11 человек, в том числе действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович. Президент в числе лидеров гонки. По последним данным опросов, она может рассчитывать на поддержку более чем 24% избирателей. Глава государства обещает продолжить курс на повышение занятости и благосостояния граждан. Вровень с Грабар-Китарович в рамках статистической погрешности находится рейтинг лидера оппозиционных сил, экс-премьера, социал-демократа Зорана Милановича. Его называют в определенных рамках евроскептиком. Среди прочего, он обещает не допустить вступления Хорватии в еврозону. На третьем месте по опросам, примерно 18%, самовыдвиженец, популярный местный музыкант Мирослав Шкоро. Он пользуется поддержкой политиков правого спектра.